Трудно передать те эмоции, которые переполняют меня, ведь впервые за 10 лет у меня столько моих дорогих друзей. На данный момент с 94 стран мира побывали представители в моем сказочном поместье. Удивительное чувство. Вы видите, сколько здесь бородатых и не очень бородатых гостей. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом, Рождеством. Пусть добрые чувства никогда не покидают вас. Но самое главное, что вы помните, Дед Мороз поможет вам в том случае, если вы будете верить в добро, справедливость, самые прекрасные человеческие чувства. Видеть в каждом взгляде что-то самое хорошее, самое сокровенное. Если вы этими качествами обладать не будете, ни один Дед Мороз вам не поможет. Пусть у него борода будет до пят, ничего не получится. Я думаю, что все будет прекрасно, и мы будем встречаться много-много лет. Уникальный случай. На сказочной карте Беларуси и России появится новый туристический объект — поместье белорусского Деда Мороза. И вот эти указатели, которые указывают на тысячи километров, это совсем близко. Это доброе дело. Объединяя сказочных волшебников планеты, вы делаете вклад в будущее. Вклад в развитие и Республики Беларусь, и России, и всего мира. Я сразу подскочил в сказочной версте и посмотрел, есть ли стрелочка, указывающая путь ко мне. Конечно, увидел, пока не есть. И поэтому я очень рад, что и сегодня здесь, на поместье белорусского Деда Мороза, появилась такая тоже замечательная стрелочка. Пока не оланец. Дорогие мои юные друзья, пожалуйста, не забывайте заниматься спортом. Катайтесь на лыжах, на коньках, на санках. Прыгайте и резвитесь, как маленькие зайчики. Но не берите пример с хитрой лисы, которая всех обманывает и за свою хитрость всегда бывает наказана. Желаю вам счастья, здоровья и самого лучшего. Искренне ваш всероссийский Дед Мороз.